Прекрасная возможность для развития легкой промышленности. В селе Учкикен Малокарачаевского района прошел ежегодный традиционный форум «Легкая промышленность. Курс на экспорт». Данное мероприятие собрало на своей площадке различных производителей из Карачаево-Черкесии, представителей известных торговых организаций России. На форуме побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Форум легкой промышленности – это уникальная площадка для производителей из Карачаева-Черкесии продемонстрировать свои изделия участникам и представителям различных сетевых магазинов одежды. Также это позволит провести переговоры для дальнейшей реализации своих товаров. В связи с соблюдением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса форум проходит в онлайн и офлайн форматах с трансляцией в интернете. Организаторы отметили, что легкая промышленность – это одна из представительных отраслей экономики республики. С каждым годом такие площадки привлекают многих производителей, что дает возможность развитию бизнеса нашего региона. Более 50 тысяч занятого населения работают в легкой промышленности, и, соответственно, мы всегда будем уделять приоритетное внимание развитию и поддержке легкой промышленности. Сегодня я хочу сказать, что анализируя ту динамику, динамику активности, которую вот сегодня мы наблюдаем, что кратно увеличилось и как количество участников данного мероприятия, так и количество интереса, который проявляется со стороны федеральных торговых сетей. Хочется просто сказать, что сегодня нашим партнером в организации деловой программы форума выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Российская ассоциация фэшн-индустрии. На форуме для всех производителей были организованы обучающие лекции от различных экспертов торговых предприятий. Также предприниматели могли задать свои вопросы и получить необходимую консультацию для продвижения своей продукции не только на рынке России, но и за рубежом. Это конгрессно-выставочное мероприятие, которое предусматривает и образовательную часть, и выставочную. Выставочная часть, она направлена для тех предпринимателей, покупателей и байеров, которые приезжают к нам из со всех уголков России. Это крупные компании, такие как Sell, Bifree и так далее. Поэтому мы специально этот форум проводим в 2 дня. Предприниматели в основном это все в сфере легкой промышленности. В этом году мы впервые проводим в селе Учкикен, поскольку самое большое количество предпринимателей в этой сфере находится именно в Учкикене. Торговые представители различных магазинов одежды здесь могут познакомиться с качественной продукцией местных производителей. Для нас важно наладить тесное взаимодействие с предпринимателями, чтобы реализовать множество бизнес-проектов в этой сфере, уверяют представители крупных торговых предприятий. Но я надеюсь получить новые знакомства, новых производителей тканей и одежды, чтобы разрабатывать новую продукцию для нашей компании. Компания «Озон» является крупнейшим маркетплейсом в России. Вот на данный момент большие планы по развитию STEM и в разных категориях, поэтому компании интересно такие мероприятия. Производители республики представили многообразие товаров из ткани и шерсти. Получить оценку и, конечно, поддержку от экспертов – это прекрасная возможность для дальнейшего развития нашего бизнеса, отмечают участники форума. Мы рассчитываем получить в основном знакомство, расширить кругозор, обрисовать себе перспективы. Думаю, как вот поначалу даже посмотреть, очень продуктивная выставка будет. Большое спасибо организаторам. Для нас это, во-первых, что-то новое, возможность развиваться дальше, знакомство и продвижение своей коллекции. Очень нам понравилось, мы первый раз на выставке, но решили вот посещать в дальнейшем ее еще раз. Желаем удачи всем нашим коллегам, надеемся на дальнейшее сотрудничество с различными фирмами. По завершению форума предприниматели республики продемонстрировали свои изделия торговым представителям различных крупных магазинов страны. Алихан Лепшоков, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.